имеем такую возможность посмотреть и первую, и третью ракетку, и посмотреть еще матч с участием четвертой ракетки мира, потому что следующим на корт выйдет Давид Феррер. Испанец четвертый по итогам прошлого сезона будет играть с Дебекером. И еле-еле переломил ход. Потом у него был турнир открытый чемпионат Австралии, турнир Большого Шлема, где он дошел до финала. В целом, конечно, игра давалась ему очень трудно. Очень трудно. Проиграл он в Вавринке. Вообще у него 3 финала и 4 победы в прошлом году. Он к своим 60 титулам добавил в прошлом году еще 4. Несмотря на то, что турнир, год для него все-таки был не очень хороший. Не очень хороший. Но тут есть еще один маленький нюанс. Посмотрите на Беррера. Официально, опять же, на 10 единиц должна быть разница тогда. А если и побольше, даже еще лучше. А тут, видите, многовато. Нет, не выдерживает Беррер, не выдерживает. Проходит этот удар. Движения соперника были, мягко говоря, неактивны. Опаздывает. И в этот момент Надаль уже у сетки. Вот. Честно говоря, не знаю. Это, наверное, уж очень далеко идущие планы у Дастина. Мне кажется, они просто дружат. С одной стороны, да, не могут не. А мог бы повеселить сейчас публику. Не надо. Еще что-то нет. Он не шелохнулся, он никак не ожидал. На повторе, куда идет ракетка после удара. Вот эта вот современная техника. Сейчас многие тренеры перешли на подобный вариант обучения игры. Но для того, чтобы придать дополнительное вращение мячу. Вот. Кстати, так же играет и Шарапова. Только она держит ракетку в правой руке, а Надаль в левой. Ну, собственно, от перемены в попадание первым мячом. Вот тот, как раз тот самый момент, когда статистика не совсем верно отражает соотношение сил. 5 ходу этого матча, первого сета не наблюдалось. Тоже, видите, любопытный момент. Но, правда, моменты вот еще какого свойства. 15-0. Надаль. 6-1. Первый сет. 32-40-15. Это вообще уникальный апперкот. Он попытался сейчас вторую подать. Самому смешно, потому что у него редко, когда что-то не получается, очень редко надо так изловчиться, чтобы выбить его из колеи.
такое сопротивление сделать. Но он парень-то волевой. Он и способен любые сложности пережить, перетерпеть. Ах, как по ходу всего матча. А на матчболе, у Вердаска было меньше в третьем сете, пошел Тимур к сетке и смазал мяч. Ну, знаете, на теннисном сленге это называется с лопат. Нет, не дал мячу опуститься почти вот в точке между такую глубокую свечу. Хорошо с этой точки еще для анализа, для общей картины посмотреть, как играют. Как делается неудел. 15-30. Такого счета на подаче Надали в первом сете мы близко не видели. А вот и 15-40, и первые два броска. Видит, тут уже все изучено, все уже проверено. 0-15 на подаче Надаля. 0-15. Выбивают или не выбивают подобные вещи из колеи такого теннисиста? По 15 вторая подача. В эту минуту час. Теннисисты выясняют отношения. Ой, опасно. Опасно. Там все-таки бортик. Ну, в общем, посмотрим сейчас, как выберет решение. Выбрал по центру, посередине. Надаль тянется. Неужели аут? Как? Ну, может быть, уважительным не смог пока приехать. Бессменный тренер Рафаэля. А у Рафаэля Надали какие-то проблемы. Возникли чисто психологического плана. Пропала уверенность в себе. И если бы вот Берер сейчас слишком рано не... Надаль взял. Сейчас самое сложное наступает. Брейк, который сделал Беккер, дает ему... Берер дает ему шанс взять сет. До этого, еще раз подчеркиваю, во всех предыдущих... Интересно, как будет сейчас принимать подачу Надаль. Активно или все-таки ведет мяч? Нет. Нет, не стал активничать. До верного Надаль играет. По-моему, до верного. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бивать. Хотя, может быть, Надаль сейчас не в том состоянии, когда он на 100% уверен в себе. Это аут. Это аут и второй сет. Свою подачу. Просто зевнул. Розыгрыш, не гейм, а розыгрыш. Итак, решающий сет. В перекрестье попадает Берер. Кто-нибудь из ряда вон выходящее. Ну вот, не то сейчас. Не то состояние, наверное. Вот этот вариант, конечно, приемлем. Тельник они как раз квалификацию доигрывали. Да, на отдых не так много времени. А вот, пожалуйста... Thank you.
Не дает. Молодец, Беррер, не дает. Иные судьи проглядели. Счет стал по 15. Казалось бы, своеобразно как. Здорово. Вот это классика в исполнении 15-30. Интересный Надаль. Надаль, выиграв 6-1, кто не видел этот матч вот с самого начала, выиграв, ну, вчистую, 5-0 вел, там чуть-чуть позволил сопернику выиграть свою подачу. 6-1, никаких вопросов. И все во втором сете поменялось. Тихо, плавно и незаметно. Теория укороченного мяча. Но если бы Надаль не обладал такой мощной кистью, он достаточно активно выступал, но это был первый сет. Зарубились. Какая непростительная ошибка Беррера. Возглас все-таки по 15. Возвращаемся к первой подаче при этом счете. Неужели? Ну, с одной стороны, по 30. Ну, вот здесь без права на ошибку. Тот самый момент, когда шаг в сторону, шаг вправо, шаг влево, как говорится, продолжение вы знаете. Надалю не до этого. У него 40-30, вторая подача. Ну не может быть такое, чтобы... Ну не может быть, тем более из этой точки, чтобы... Ой-ой-ой, пустил Беррер, пустил Надаля вперед. Да, этого делать нельзя. Ну, никак не ожидал. Надаль. Третий брейкпоинт. Нет, это не прощается. Это не прощается. Я все-таки сенсации. Ну, такой, я бы сказал, январской сенсации начала года. Но ее еще надо... И, по-моему, аут. По-моему, аут. Ошибается Надаль. И трехсетовый матч. Ну, совершенно неожиданно выигрывает 34-летний теннисист, занимающий скромное 127-е место в рейтинге.